Встречай День города и праздник работников алмазодобывающей промышленности на телеканале «Алмазный край». В праздничные дни анонс мероприятий, впечатления очевидцев и включение с места событий в прямом эфире. В субботу, 14 июля, праздничные выпуски новостей в 14 и в 18.45, а в 19 часов прямая трансляция концерта с участием артистов Республиканского государственного театра. 15 июля каждый час после полудня праздничные выпуски новостей. Завершит программу прямая трансляция концерта восходящей звезды российской эстрады и Юлины Поповой и группы The Dogs в 19.30. С праздником, алмазодобытчики! С праздником, Алмазный край!